важным мероприятием у нас было на прошлой неделе. Это мы вместе с родителями, с учителями нашими, спасибо им большое за их труд, с детишками, которые, уверен, со временем тоже вырастут, у них будут свои дети, заложили капсулу в строительство новой школы на 550 мест в Изумрудных холмах. Много сделано, вот, но предстоит еще больше. Я помню, как первая, наверное, встреча, кстати, в школе, мы в столовой тогда собрались, делали обход по территории, вот, отогревались, можно сказать, тем вкусным чаем, как в школьной столовой вкуснее, наверное, нету, это вкус детства. Но я помню, первое, о чем мне попросили жители, это, Дмитрий Владимирович, у нас не начнут строительство школы в Изумрудных холмах на 550 мест. Да, много таких историй было. И на Хабин, вы помните, Опалихово 3, ЖК Красногорский, Павшинская пойма, но и Пятницкие кварталы. По этим территориям мы-то видим, сегодня там стройка идет. И действительно, я благодарен всем. И мощники занимались, и строительный блок занимался, потому что там шло расшитие и объединение двух участков. Было связано с назначениями и с теми предприятиями. В общем, слава Богу, мы стартанули. Но еще важнее, обращая внимание, Илья, это четко составить тот график, от которого мы не имеем права отклоняться. Если мы договорились до конца следующего года, значит, он должен выполняться. Параллельно, я обращаю внимание все-таки на тот кругозор ваш, и территории, и управления образования, которые вы должны все-таки видеть и за периметром строительного площадки. Потому что школа – это не история ограждений. Школа – это все, что инфраструктура создается и создает комфорт вокруг. Да? С той же самой Опалихово 3 нам приходилось и дорожки со временем делать, и все остальное. А если бы сразу подошли бы во всех аспектах, может быть, и меньше было бы этих вызовов мероприятий. Я просто к чему? Отрабатывайте сразу создание парковочных мест с разных подходов, выездов. Есть эти мероприятия. Более того, предлагайте это более, может быть, глобально и стратегически. Потому что в целом там по выезду у меня тоже много-много вопросов. Может быть, где-то нужно делать выкупы, потому что нужно расширять. Я, пожалуйста, прошу еще раз сверху мне фотографию вокруг школы, все, что есть. И те мероприятия, которые вы предлагаете параллельно, и в первую очередь, я, пожалуйста, прошу, посоветуйтесь с жителями. Потому что они же мамочки, будут этим всем пользоваться, а детишки, соответственно, после учебного процесса обязательно тоже будут этим заниматься. На что хотел бы обратить внимание, Тимур Моисович тоже сразу сделал звонок, в той концепции, которую я увидел, у нас есть программа «Губернатора», школьный стадион, мы все занимаемся. Есть наша наработанная практика, что лучше искусственного газона в эксплуатации. В дальнейшем нет. Посмотрите, что здесь в концепции и по проекту. Обязательно это тоже предусмотрите. Стандарт. Дренаж, искусственный газон. Потому что там, где резинка, там, где в том числе мероприятия связаны с естественным, в эксплуатации это заставляет нам всех возвращаться, и мы здесь тоже будем получать привет от жителей о том, что поступили не по-хозяйски.